Hello there, это мистер президент, и мы продолжаем прохождение GTA Vice City. Короче, да, прикинь, все достаточно казалось прозаично, просто прекрасно, замечательно. Знаешь, в чем прикол? Нужно действительно пройти мороженку. Это раз. Во-вторых, где-то есть некий автосалон, который я не купил еще. Так что мы еще в поисках автосалона. И, наверное, даже сначала бы я хотел купить автосалон, а потом уже мороженку. Ну, в общем, да, чтобы, короче, открыть последнюю миссию, надо завершить все дополнительные задания вот эти. Поэтому то, что мы купили, это фигня. Он, типа, особо нам играли не играет. Так, я, кажется, помню, где автосалон должен быть. Он должен быть в центре второго города, там, где у меня сейф рядышком. То есть, блин, нам в другой конец города пилюхать. Ну, ладно. Вот. Так что, короче, поехали. Сначала накупим автосалон, потом поедем завершим мороженку. Только я не понял, как она работает вообще-то, мороженка. Но фиг с ним. Завершим в любом случае. И вроде как да, должна появиться последняя миссия. В теории, как говорят. Так я не поборол то, что подлагивает, как будто бы этот ОБС, я не знаю, иногда падает кадры. Чем это связано, фиг его знает. Просто, ну, это не может быть связано с тем, что игра подлагивает, потому что слишком для нее все мощное. А может наоборот, потому что слишком для нее все мощное, поэтому вот периодически как будто, ну, я не знаю, видно ли их просто, может, их и не видно так прям радикально. Ну, если видно, то сорян. I'm not special. I'm not special. По-моему, где-то здесь должен быть автосалон. Вот это не автосалон, случайно? Нет. А где тогда автосалон? Тогда я не имею представления, где автосалон. Поехали кататься. Автосалон, автосалон. Даже ни разу не встречал тут миссии автосалона. Хотя как будто бы это что-то знакомое. Так, здесь нет. Здесь тоже не похоже, чтобы было. Марс кафе точно не похоже на автосалон. Может, это вот в этом закоулке? Зачем вообще этот закоулок сделан? Тут, типа, ничего нет. Ровным счетом ничего. Вот зачем вот типа, ты зачем сюда будешь заезжать? Чтобы что? Вот этот квадратик делать. А, тут какие-то гонки есть. Спасибо, но я не очень заинтересован в гонках. Я заинтересован в прохождении GTA Vice City. Нет. Так, автосалон, 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 автосалон. Не похоже, что что-то можно купить. Опс, извините. Что вот это такое? А, мемориальный стадион. Зачем стадион? Мы ни разу на стадионе не были. Вертолетная площадка, я тебя понял. Но мы же не можем явно стадион купить, но это же бредятина. Но и просто так они не делали бы локацию стадиона, так что, ну, может быть, у нас встретится где-то в каких-нибудь миссиях последних. Автосалон, где он может быть? What are we gonna do? Может, я уже его покупал, но нет. Не было похоже, что я покупал. Так, здесь больничка, насколько я помню. Может, это здесь не замечаю? А, извините. Но нет, здесь не похоже, чтобы что-то было. Нет, это не то. Тоже не похоже, чтобы тут значок был купить. Ну ладно, проедем так, по квадратику. Может, автосалон где-то... Где еще может быть автосалон? Где может быть автосалон?
Я не вижу никаких значков, где можно купить, так, типа, место какое-то. Может, он не в этом городе вовсе? Ну ладно, поищем. Я согласен, что можно просто загуглить, все такое, но, типа, это же неинтересно нифига. Ладно, здесь его нет. Окей. Автосалон, автосалон, автосалон. Но в бедных районах его тоже не должно быть. Ну, фиг с ним тогда. Можно, короче, это... Как его? Выполнить пока попробовать мороженку все-таки. Раз уж автосалон не находится никакого. Просто автосалон где-то в GTA 4, я помню где. Там третий, в San Andreas вроде тоже, а здесь как-то не особо. Ну не понял, что она типа скажет, где можно мороженку распространять или как это? Остановись, припаркуйся. Банда может не понравится. Че он не начинается никак? Что-то неправильно. Че? Как они наверх забрались? Ты видел? Там чуваки наверху. А, не, показалось. Не понял я. Как начать твою миссию? Миссия завершена. Еще раз. Как он работает? Ладно, надо посмотреть, короче, внимательно, как он работает. Стоит здесь мороженка, да, стоит. Только синяя. Еще разочек, давай попробуем. Окей, давай. Hey, Mario. You better tell him, Mario. I wouldn't do that. You did what? Idiota, Mario, move! Ah, вот оно как. Ясно. Два раза надо нажать. Ну хоть сказали бы, что можно два раза нажать. Бабушки, серьезно? Да-да-да. Ой, трое сразу, как удобно. Я вас понял. А если просто по дороге ездить, тут будет? Типа вы. Ну давай. Окей.
Да. Здорово, ребятушки. Вам не надо? Замечательно. Я просто не хочу там в этих гетто, в этом районе это делать, потому что там-то по-любому будут просто постоянно подваливать какой-то народ, стрелять в меня. Я совершенно в этом не заинтересован. Поэтому, естественно, проще это делать здесь. Здесь вроде нет чужаков совсем. Ну, бабуль, привет всем. Ясен перед, что вы будете. Я понял, короче, обычные люди, желательно просто не попадаться бандам на лицо. Отлично. Все, выезжаем. Мы привлекли полицию. Нужно мотать отсюда. В идеале, конечно, этим заниматься где-то в другой части города, потому что там-то вообще полицейских нет. Такая идеальная погода, чтобы этим всем заниматься, конечно. Дрочил. Прям нет, ага. Ну, возле полицейского-то глупо делать. Не то чтобы, но нежелательно, я думаю. Все-таки в курсе, да, что это не мороженое вовсе. Воу, 4 сразу. Нормас. Может, я просто постою? Ладно, сейчас. Еще последнюю нададим и уедем. Отлично, уезжаем. Легенда ничего не раздавил. Это не специально, не специально. Так, нам нужно смыться от полиции. Я не хочу торопиться, потому что, ну, типа... О, мне кажется, здесь клиент. Нет. Я же говорю, есть. Просто любой обычный человек, он автоматом клиент. Здесь, короче, весь город, походу, на этом мороженке сидит. Ну, типа, здесь хотя бы банд нет. Здесь можно спокойно всем этим промышлять. Ну, окей, нет, так нет. Я вижу, у тебя есть покупки, значит, здесь деньги. Да. Мы просто развозим прекрасное настроение. Да ну блинский, конечно, такой обычный столб и на тебе. Ну, давай покатаемся. Мы не торопимся, покатаемся везде. Просто нам нужны территории банд. Потому что я не заинтересован в этой борьбе беспричинной. Просто развожу на роженку и пытаюсь не убить тачку. Здорово, ребят, не? Как вам? Отлично. Интересно, сколько нужно вообще этого? Ну да. Я понял. Нежелательно это делать возле полиции. Совершенно нежелательно. Кружочек сделаем. Просто надо смыться от полиции. Прикол будет, если она сейчас здесь. Так, ладно, давайте. Ну ты тут народу, ну-ка. Серьезно, только один человек? Да, я думаю, что их должно быть больше. То есть, в теории, я могу просто стоять, и они по... А, нет, я понял. Я, короче, только начинаю, типа, стоять в одном месте, то полиция такая, типа, он там продает мороженку. Давайте его подрежем. Мне эти ваши проблемы вообще ни к чему.
Давай поедем сюда, скатаемся. Так, отлично, от полиции мы смазались. Не? Отлично. Сколько он, блин, давай штучек, наверное, 60 наберем. Я так понимаю, что типа дофига нужно, это довольно простая штука, поэтому вряд ли тут типа как-то мало нужно. Смотри, их набралось-то, а? Сейчас полиция начнет охотиться. Воу, 5. Да-да-да, я так и думал, потому что полиция рядом появилась, вот и все. Товар зачетный, поэтому уезжаем. Вообще в идеале вон там где-то стоять. Я имею в виду стоять где-то вот в таких местах, где вроде и народ есть, вот типа вот таких, но... Типа полиция явно здесь не будет. Да, хоть проедемся, посмотрим, что этот стадион из себя представляет. Конечно, время тратим, но я просто тут за всю игру ни разу не был, поэтому... Было бы неплохо посмотреть все-таки. Ну, тачки стоят и все. Больше ничего интересного тут не происходит. Я задумал, может, хоть что-нибудь, хоть как-нибудь. Принесут каких-нибудь тут неожиданностей нам, но нет, нет. Здорово. У вас тут дофига по-любому кто-то будет, да. Ну я понял, просто спамнит полицейского периодически. Ну такое, не супер прям интересное задание, конечно. Но в этой зоне еще вон там люди есть. Не? Не. Может быть вам? Мне кажется, можно так вокруг столба просто ездить, короче, будут меняться люди, потому что типа поле зрения меняется, а они спамнятся в случайном порядке. Конечно, полицейский, ясен перец. Что если буду на месте ездить? Полиция все равно отвянет? Давай отъедем просто вот так. И вернемся обратно сюда. Это самое имбовое место, просто даже, да, даже париться не надо, просто... Да, не, это понятно. И не будет. Вот тут просто постоянно с моей спавнится народ. Типа я встал, раз, все. Даже париться не надо, и полиции нет, и отъезжать никуда не надо. И народу посмотрю, вон толпа просто. Ну да, думаю, штучка, наверное, 60. Пробуем набрать 55-60. Я понял, короче, 3 подряд и сразу полиция. Отъезжаем. В теории скоро должна пропасть полиция уже. Пропал, отлично. То есть, если, допустим, двоим только подкинуть мороженого, давай проверим. Вот двое прибежали. Нет, трое, это сразу полиция. Раз, два, нет, отъедем. Просто мне кажется, что тут как только трое, то он сразу типа полицию вызывает. А если так вот по двое, то можно вообще не запариваться. Раз, два. А нет, все равно полиция. Ну окей, если я забью фиг и буду дальше заниматься этой фигней. Типа полиции же пока что нет. Или они сразу две звезды притащат? Не, вообще им пофиг. Взяла и исчезла звезда. Мне кажется, это маленькое читерство. Потому что, смотри, просто можно по кругу ездить. Даже никуда выезжать не надо. Понятно, что звезда будет, да, тут даже не сомневался.
Ну я так ай-яй-яй. Просто фартануло. Меня просто фартануло. Ну давай отъедем. В принципе, здесь можно же развернуться, скоро полиция пропадет. Должна была пропасть. Пропала, отлично. Ну да, я думаю, тогда штучек 60 начнем сделаем. Ну, полицейского пока нет, поэтому набираем. Офигеть, сколько мы набрали за раз. Две звезды. То есть вот оно как. А от двух звезд будет сложно смотаться, наверное. Да ну не. Если где-нибудь тихо просто постою. Нет, две звезды сами не уйдут. Никак вообще. И мы никак не договоримся. Две звезды — это проблемно. Спешил, спешил, просто поспешил. Проедем кружок в обратную сторону. Ну да, да, да. Вот, если не исчезнут, тогда придется выезжать отсюда и ехать куда-то дальше. Я даже не помню, где звезда есть. Звезда есть там, где, короче, у нас база одна. Там стопудово. А здесь я не видел нигде звезд. А, знаю, где звезд, да, здесь. Где сейф у меня. Блин, надо было, короче, не жадничать. Я понял, они просто прибавляют 3 звезды, если слишком много заказов за раз. Точнее, звезду добавляют, если слишком много заказов за раз. Окей, ладно, сейчас разберемся. Там, где у меня сейф, все ясно, все ясно, все понятно. Только не переворачивайся. Так, нам нужно сбросить звезду. Да-да-да, конечно, ага. Вот прям здесь, по идее, должна звезда сбрасываться. То есть там, где у меня дом, там и звезда. Ну-ка, отлично. В принципе, можно ехать в теории обратно туда, в этот, в аэропорт, просто не сильно жадничать. То есть не больше 3 человек за раз. Точнее 4, ну либо 3. Так, отлично, пропала звезда. Да, понятно, что в этой зоне нет покупателей. Сейчас появится, не волнуйся, вон тут дофига. Ну да, до 60, я думаю, дотянем просто. Чего нет-то? Чего мне нравится? Вам надо именно передом подъезжать или то, что тачка разбита? Только одна звезда, сразу прекращаем это дело. Я так понимаю, что какой-то таймер просто есть, через который появляется звезда. Так, звезда, все, нет, я больше не принимаю заказов. Чуть-чуть осталось, до 60, я думаю, догоним. Я уж думаю, 60 должно хватить, чтобы закончить эту историю с мороженкой. Пропадает звезда, отлично. Ну, 2 таких заезда по 2 клиента. Типа раз-два.
Скорее всего, на четвертом пойдет звезда. А вот сейчас на третьем, скорее всего, звезда пойдет. Я смотрю, на третьем звезда не пошла. Так, все, уезжаем. Ну и вот последние 4 клиента, в принципе, и все. Запарная задача. В плане она как-то странно построена. Отлично. Еще 2 клиента, пожалуйста. Ну не 3 же. Ну ладно, пускай будет 62. Отлично, уезжаем от полиции. И в принципе закончим на этом, я думаю. Ладно, с морожкой. Ну и чё? Ну чё, мне надо просто выйти, что ли, или что? Отлично. Что это означает? Ага, фабрика мороженого стала прибыльной, отлично. И чё? Три тысячи всего, ты прикинь, всего 3000. О. Воу, миссия потасовка. Ну ладно. А, что да, мы здесь рядышком сейчас засаемся, спасибо, до свидания. И поедем на миссию. Я не понимаю, это последняя миссия, не последняя вообще. Типа, просто, как сказать, не похоже на последнюю. Ну ладно. Так, окей, ружка есть, все есть. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, пиши комментарий, вступай в группу Дискорде, ВКонтакте, Инстаграме и Телеграме. И, конечно же, подписывайся на канал. И следи за продолжением. Пока-пока.